В Ашхабаде завершились переговоры президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Республики Корея Юн Сок Ёля, прибывшего в Туркменистан с государственным визитом. По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов. Под аплодисменты присутствующих президенты Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль поставили свои подписи под совместным заявлением по итогам государственного визита в Туркменистан президента Республики Корея Юн Сок Ёля. По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой информации. Комментируя итоги состоявшейся встречи в Верхах, президент Туркменистана выразил искреннюю признательность президенту и всей делегации Республики Корея за конструктивные переговоры, которые прошли в атмосфере открытости, взаимопонимания и доверия.